Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». Мы с вами продолжаем готовиться к новогодним праздникам. Например, посмотрите, пожалуйста, вот эти зелененькие листики, астролистные растения и ягодки посерединке, оказывается, называются падуб или астролист. Очень развиты они в Великобритании, из них делают рождественские композиции, веночки. Длина каждой заколочки не превышает 7,5 сантиметров. Сделаны они из лент разной длины. Подробнее обо всем вы узнаете чуть позже на нашем видеоуроке. Оставайтесь, пожалуйста, со мной. Если вам понравились мои идеи, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Давайте начнем наш видеоурок. А вот такая заколка. Для этого нам понадобится, опять же, зеленый кружок из фетра. Такой же зажим для волос. Вот я уже установила здесь заколку на кружок. И займемся самой изготовлением лепесточков. Лепесточки, которые участвуют в моей цветочной композиции. Рецепт такого лепестка я взяла на канале Любовь Стасюк, Чудо-мастерская. Но немножко переосмыслила этот лепесточек и решила использовать его вот в таких листиках. Четыре готовые лапки у меня уже есть, а пятую я покажу подробно, как сделала. Участвует здесь репсовая лента стандартной ширины 2,5 сантиметра. И для изготовления вот такой вот лапки нам нужно сделать два лепесточка из отрезка ленты длиной 5 сантиметров. Обязательно проходимся по краям, обрабатываем огнем. Складываем лепесточек пополам. Разогреваем, отмечаем серединку, места сгибов и сверху, и снизу. И что мы теперь делаем? Левый верхний край мы отгибаем к серединке. С другой стороны также делаем, только в другую сторону. Отгибаем края к серединке, получаем треугольник. Можно зажать пинцетиком места сгиба и разогреть огнем зажигалки. Таким образом зафиксировать вот этот вот верхний уголок. Вот этот нижний уголок я также фиксирую себе, чтобы не развалился мой лепесточек. Так мне удобнее. Теперь еще одно действие, которое нужно будет сделать, это отогнуть вот эти острые краешки примерно к серединке. Сделать это так, чтобы они выходили за этот край. Вот с одной стороны сгибаем, и с другой стороны сгибаем в другую сторону. Здесь они у нас встретились. И мы их сплавляем при помощи огня, друг с дружкой склеиваем. Склеиваем хорошенько их друг с дружкой. Посмотрите, какая у нас прелесть получается. Вот такой у нас получается лепесток. Остроконечный и очень похож на рождественское украшение. Сейчас очень распространенные листики падуба с красными ягодками. Лепесточек номер один. И точно такой же нужно сделать второй. Проходимся огнем зажигалки. Складываем пополам. Включаем серединку, верхний правый угол вниз, точнее верхний левый угол вниз. С другой стороны делаем то же самое, получаем треугольничек.
Разогреваем огнем зажигалки. Пальчиками можно укрепить лепесточек. Здесь то же самое. Этот край можно подплавить, склеить его немножко, чтобы не разваливалась форма наша. И теперь осталось вот эти краешки подогнуть примерно к серединке и склеить их между собой. Теперь вкладываем один листик в другой. Сюда мы нанесем капельку клея. Получится лапка из двух лепесточков, из которого мы будем составлять вот такое соцветие, чашелистик такой, в центре которой будут ягодки. Таких лапок нам понадобится 5 штук. Кружок фетра можно использовать также как основу, чтобы собрать наши лапки. А можно просто клеить друг дружке на бочок, наносить капельку клея и обойтись без основы. В центре нашей зеленой композиции могут быть как бусины, так и вот такие вот декоративные ягодки. Но в чем их преимущество? В том, что они сделаны из очень легкого материала, а бусины будут больше веса давать, а когда мы делаем заколочки для девчонок, нам предпочтительнее самые легкие материалы брать, чтобы заколка была легкая, невесомая. Вот наши зеленые листики готовы, и теперь нужно вклеить в серединку 3 ягодки. Снизу мы тоже несколько капелек клея помещаем, чтобы он застыл, и наши ягодки никуда не сместились, никуда не делись. И теперь лишние палочки мы обрежем кусачками или ножницами. Жду, пока застынет клей. Для основы, для бантика нашей заколочки я взяла вот такие тонкие
репсовые ленты с новогодними принтами. Вот такие вот, шириной 1 сантиметр. Можно взять золотого цвета. Клей наш уже схватился, и можно лишние прутики подрезать. Вот что у нас получилось на лицевой части, и теперь сделаем бантик. Для простого такого бантика тоже нам понадобится, опять же, иголочка с ниткой и отрезок тонкой ленты длиной где-то 26 сантиметров. Делаю это просто даже на глаз. Перекрещиваю два края нашего бантика. Здесь в середине петелька. Находим серединку и вот таким вот образом фиксируем. Теперь нам нужно прошить это дело иголочкой с ниткой, но не стягивать, потому как буду делать двойной бантик. И нам не нужна здесь узкая такая, не нужна узкая серединка этого бантика, узкая талия, да? А нам нужны вот такие петельки, просто как основа для заколочки декоративная. Я пришиваю, делаю буквально пару стежков, чтобы закрепить бантик в таком состоянии. Я его не стягиваю, просто закрепляю, прошила и закрепляю ниточку. Делаю узелок. А то же самое сейчас делаю и со вторым таким же отрезком. Бантик номер один и бантик номер два. Абсолютно он такой же, плюс-минус несколько миллиметров. Я уже его сложила таким же образом. Вот прошиваю, укрепляю его, фиксирую в таком состоянии. Пару стежков. И закрепляю иголочку. Далее мы накладываем один бантик на другой бантик с опозданием где-то несколько миллиметров расстояния и фиксируем так на термоклей. Такой получается двойной у нас с вами бантик. Вот таким вот образом. И прикладываем серединку. Прикреплю заколки. Крепим серединочку к
нашему, к нашей цветочной композиции, так скажем. Да, вот так ее назовем. Если нужно, подравниваем краешки бантика. Обрабатываем огнем зажигалки. Да-да. Ну ты их одевай. Также при помощи дырокола со снежинкой сделала вот такую вот снежиночку. И сейчас тоже сделаю дополнительный декор. Можно использовать пайетку снежинку. Осталось теперь только установить нашу заколочку на украшение. Ну вот, друзья, наша работа подходит к концу. Результат нашего видеоурока – целая пара замечательных, таких не очень больших новогодних заколочек для девчонок. Это у нас зеленые листья падуба. Занимайтесь творчеством с удовольствием. Ставьте лайк, если вам понравилось мое видео. Подписывайтесь на мой канал. И до новых творческих встреч. Пока-пока.